Жуткая авария в Сосновском районе попала на видео. ВАЗ-2106 протаранил легковушку, а потом залетел под ман. 27-летний водитель погиб. Его 21-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами. По предварительным данным, шофер не справился с управлением на дороге. Сначала шестерка столкнулась с попутно ехавшим ВАЗом 13-й модели. Потом автомобиль вылетел на встречку и врезался в большой груз. Доставать зажатых в салоне людей пришлось областным спасателям. Кстати, погибший лихач права получил всего 40 дней назад.